Аматерасу Эмикаме, великое божество, озаряющее небеса, богиня солнца в японском синтоистском пантеоне, которая считалась прародительницей и покровительницей императорского дома. Первый император Японии считался ее праправнуком, а вот символом Аматерасу Эмикаме была камелия. Камелия японская или цубаки, сакральное растение и для императорского дома, и для Японии в целом. Камелия считалась символом долголетия и почиталась, выращивалась в классических японских садах. Особый всплеск и интерес к культуре выращивания камелий был в эпоху самураев, и здесь возник некий исторический парадокс. Цветок камелии обладает уникальным свойством. Когда он отцветает, он не осыпается дождем из лепестков, как на других цветущих растениях. Цветок камелии цубаки опадает целиком, как голова, срубленная в бою. Для самураев это стало плохой приметой. Трогать камелию было нельзя, но выращивать было можно и нужно, потому что она была обожаема, она была символом богини солнца. В зеленом доме начинается цветение японских камелий. И время прикоснуться к тому цветку, который стал для японцев сакральным именно потому, что обладает удивительным, прекрасным цветением, способным дарить солнечную надежду.